Здравствуйте, меня зовут Марат Сибагатуллин, я из города Магнитогорск. Я эксперт Национальной ассоциации аукционных брокеров. Сегодня я хочу вам рассказать, как я выиграл картофелеуборочный комбайн Гримми 75 на 30 совместно с Ленаром Гильфановым. А также хочу рассказать про подводные камни данной сделки. Ко мне обратился человек с просьбой найти ему сельхозтехнику, а именно комбайн картофелеуборочный. Я помониторил, нашел ему комбайн. Решили выкупить за свои деньги. Человек готов был у нас этот комбайн перекупить. Мы выиграли, выкупили и предложили уже ему выкупить этот комбайн у нас. Но оказалось, что у него своих денег не было, и он оказался перекупщиком. Начали искать другого покупателя. У меня еще был запасной вариант, там еще один клиент. Но у него тоже не оказалось денег. Он нам предложил 500 тысяч дать, остальное в рассрочку на год. Но мы не готовы были заморозить деньги на целый год. И у нас как бы деньги были инвестором. Нашли другого клиента, приехал, посмотрел, немного скинули сумму, и человек забрал. Вывод какой? Выкупаем лот только по агентскому договору или работаем с надежными инвесторами. Спасибо, друзья, с вами был Марат, увидимся.